Вот бывшего хозяина нету, а вверху вот пролет. Коньковой доски нету. Поэтому взяли мерку, полезли Володя и Никита. Это Никитин дом. Вот сейчас как они будут лезть. Не упасть, чтобы ты ему подашь потом. Давай, Никита, держи эту лестницу, чтобы она не поползла. Она, правда, привязана около слухового окна за вторую лестницу. На вторую там, видимо, сдернула она доску и перегнула ее. Плохо прибита была. Ну, кто это делал там? Хозяин тут жил. Может, я помогал плохо. Никита, поднимайся. Ты ответственно держи эту, чтобы она не поползла, лестница. Упрись в нее, залезь туда, где Володя сейчас. Потихоньку на шифер. В своем доме приятно работать. Так, это жесть передвигать, а потом вон смотри. Алло, там жесть сдвинулась вон. На той стороне, Володя. Потом жесть, положите доску, по доске пройдете к этой жести. Она сдвинулась, и там дыра сбоку. Я отсюда вижу. Ты, Никита, смотри хозяйским глазом-то, а не как наемник. Держи лестницу, Никита, что стоишь-то? Чтобы лестница не поползла. Упри ее кверху. Чтобы лестница не поползла. Как-то ротозейничают, стоят. Это во мне это неприятно. Потихоньку на слуховое окно залазь, а лестницу теперь подать кверху. Потом можно будет и привязать, вам подать что-то. Она застряла, да? Посмотри. Никита, лестницу подталкивай. Лестницу подталкивай. Ну, что ты такой? Он тянет тебя за ногу уже. Не сообразит. Лестницу надо приподнять, Володя. Она залезла под арматуру. Потихоньку поднимай эту лестницу, вторую. Все, все. Никита, упрись теперь руками в лестницу-то, чтобы она не поехала. Вот, ты, Володя, закрепи ее, чтобы она уперлась в слуховое окно. А еще лучше, если ты ее станешь, чтобы она обеими уперлась. Сделай это, чтобы обеими ножками уперлась. Две луки там у ней, называются эти луки. Вот видишь как. Передвигай, все-таки что-то есть, за что зацепиться. Обоями уперлась. Теперь начинай по ней потихоньку подниматься с меркой. Доску замерь. Положи доску и теперь замерь этой, которую я тебе дал, палочку. Замерь ей, и когда залезешь, замерь. То есть она с этой нет, тогда доску эту можно снять и снова переделать. Лучше поменьше ее пили, на хотя бы на полсантиметра, это не беда. А если будет длинная, там замучаешься пилить ее. Смотри, Никита, не лови ворон. Потому что за этим Володя покатится и грохнется, а тут все нам, хана всем. Тут тогда на нас кинутся все наши недруги. Все? Теперь этой там залезешь и замерь ею, такое ли пространство надо или нет. Чтобы узнать, доску-то туда не тащить тебе. Доску положи, чтобы она не падала, убери ее куда-нибудь. Вот так. Я все потерял. Теперь за лестницу держись потихоньку. Она обоими ножками не держится? Да. А может тебе ее перевернуть бы лестницу-то? Она бы уперлась больше. Ну ладно, давай. Держись за шифер маленько руками-то. Теперь добирайся на самую крышу. Там помощников никаких нету. О!
Вот, теперь замери эту. Туда не надо лазить далеко. Посмотри, как там лестница вторая закреплена. Да, она есть. Вот эта вторая лестница, с той стороны, как она закреплена? Вот это? Вот эту лестницу, которая у тебя, сейчас надо привязать к ней. С той стороны, чтобы за нее, за проволоку. Вот эту? Замери теперь, сойдется, нет у тебя? Все нормально. Сходится? Да. Значит, она и есть. Все. Теперь эту мерку кидай вниз сюда, просто пусти ее. Пусти ее. Никита, держи эту лестницу. Все, Володя, посмотри там как. Хорошо ли крепится та лестница? Она должна выходить на трубу там вторую. Если эта лестница годна под ногами-то, ее можно опять оставить, а нет, значит нет. Делать другую. Негодная. Мерку-то ты отдал, теперь замерить надо. Длину замерить надо этой лестницы. Какой? Вот это? Та хорошая? Нет. Ну, второй раз придется лезть. Ты ее не оторвешь. Ты смотри, какой инструмент надо. Щипцы, выдергу. А то ты ее можешь там катнуть вниз. Так, Никита, лови. Она за проволоку зацепится, по-моему. Слава тебе, Господи. До слухового окна дошел, дальше легче. Теперь ту лесенку спускай ему аккуратненько. Все доски. Значит, сделаем две лестницы. Так, Никита, прими лестницу. Никита, прими ее. Достань. Это только пока еще примерка. Видишь, лестница, все. Ну, не было хозяина и все. Ничего, ничего. Поставь ее тут где-нибудь. Потом обратно пойдете. Сделать надо хорошее. Не жалеть тут уже. Держи, Никита. Доска пошла на тебя. Подальше маленько. Вот так. Держи лестницу, упирайся. Ну и пускай она лежит, ты замерь ее только. Ну нет, так тащи назад, тащи ее. Отвяжи. И тоже спустить надо. Надо, выходит, три лестницы делать. Тут интересно, перекат какой. Наоборот сделанный. Моя работа. Все. Давай. Значит, делать коньковый там перекат доски и лестницу. Лестницу бери в руки. Теперь, Володя, пусть слазит. Держи ту лестницу. Держи, Володя, слазь. Ты оттуда взял все, мерки, все.
Ну вот сюда потихоньку спускайте, не ломайте только, а то трудно мерить будет. Они слишком широкие. Надо уже делать. Только чтобы добраться до туда. Будьте на шифере аккуратные. Там все шевелится. Надо закреплять там лаги, эти стропила. Ну, теперь наклоняй его туда. О-о-о, опускай. Все. По ней не лазьте, а по той спуститесь. Ну ладно, уже к этой не ходите, доски дадим, жесть. Мерка. Бери доска. Доски надо хорошие поставить, не такая какая-то там дребедень. Мы сороковку поставим, чтобы прибить можно было. Это с той стороны, запомни. На 4 ступеньки. Все. Давайте, а ту лестницу тоже снимайте. Та тоже негодна, Володя? Да. Ну давай. Новые лестницы поставить. Придется жерди привезти. Ой, а там стекло сломаешь. Возьми ее, кинь просто сюда. Никита, доску кинь, она упадет в окно, окно сломает тут. Кидай сюда, вот так. Ну и Володе по ним помоги. Не становитесь на шифер двое. Как лопнет шифер, вы сразу окажетесь внутри. Давай. Пусти ее. Смотри, какая же лестница хорошая. О-о-о. Надо посмотреть. Может быть, луки хорошие в ней. А ступеньки только заменить. Все, сласти. Дело движется к обеду. Я с горы на чем-то еду. Нас в армии говорили. Люблю три слова я. Обед, кино, столовая. Володя не выдержал, пошел. Ее только сдвинуть. Она уперлась там в эту, в коньковую доску. Что, нельзя передвинуть ее нисколько? Да за низ потянуть ее и все. Лишь бы дыру закрыть, сдвинуть ее с места. Так, неси, Никита, на ту сторону, там будем работать. Потом обберешь репей, не бойся. Как жидкие у него, какие стропила. Передвинь потихоньку ее. Она, видно, поднимала, он колесом придавил, но ее все-таки сдвинула. А ну под это подойдет она, нет? Маленько под шифер. Ну и заряди, как это, колесо положи тоже. Ладно, Володя, ничего не надо. Подведи, там уже незначительные капли какие-то. Володя, закрепляй, уходи. Наша маленькая лесенка. Вот Никита уже знает, как заботиться о своем хозяйстве. Все.
Давай. Женя. Я там на своей машине. Как нити. Лестницу-то убирать? Конечно. Да можно. Вот сделали лестницы. Проволоку берите алюминиевую. Так, Никита, Володя, лезь. Ты уже тут не нужен. Так, Никита, вот эту лестницу, которая в руках у тебя, ставь ее туда, чтобы он по ней мог долезть до слухового окна. Поворачивай. Никита, ты на этой лестнице зачем? Алюминиевая проволока, вон Володя лежит. Володя, Володя. Не наступайте ни на что там все гнилое. Это снизу или свет? На ступеньку наступай. На ступеньку. Не, не бойся, я подержу. Наступай, не переверни. Вот, возле слухового окна клади его аккуратно, потихоньку. Он по нему поднимется. Тогда подашь вторую лестницу, только крепко держишь, чтобы она не поползла. Маленько гляди, Никита, чтобы не поломать то, что сделали. Ты сильный, здоровый, но надо маленько сокращать силу свою. Все сгнило, теперь вот сделали новую. Так, вплотную надо к слуховому окну. Вплотную. Так. Все, Володю, пускай туда. Держи лестницу. Уприся не миллиметра назад. А здесь приведи, Володя. Проволоку привяжи за эту, за нижнюю, вот эту вот. Вот эту? Хорошо, примотай. А вторую лестницу за нее прицепите. Так, подожди, нет, привязать ее вверху надо, вверху. Тут не надо привязывать, она вне, так и будет. Не надо, Игнат Тихонович. Да, 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 давай. Так. Проволоку-то не отдал ему? Не отдал. Теперь давай ему эту лестницу. Уложи эту как надо. Вот. Теперь вот эту лестницу подай. Держи ли это. Никита, держи, чтобы она сантиметр не поехала. Я залезу, помогу. Лезь. Что-то я совершенно не надеюсь. Он как-то туда-сюда ползет. Это опасно. Туда не надо упирать шифер-то, не надо, а то она шифер поднимет. Отступись маленько назад. Михаил, только подавай отсюда. Куда полез-то? Подожди, Михаил. А? Вот эту-то ты не подал ему. А, вот ее наверх на самом деле. Подавать ее надо будет. Сначала вон ту подаст, потом другую. Потом... Ее надо было тебе это подать, Никите. Не, куда лестница идет? Теперь за тебя боюсь. Смотрите, куда лестница идет. Там. А, там. Так, как тебе подать-то? Никита, подавай вот эту, которую ты уперся-то, Володе. Он ее там... Сначала сейчас подай доску, вот эту доску, подожди. Порядок один, доску подай. Так, доску или что подать? Доску. Потом ты не подсунешь. Ну, ты сам смотри. Я-то смотрю, да вы приказываете. Ну, доску положить надо. Доска-то оказывается на этом уровне. Доска должна быть рядом. Так, Михаил, вот эту подай сейчас. Положи ее, Никита, там где-нибудь. Подай это. Бери. Видите, какая конструкция. Вот так, положи около себя. Положи здесь. Главное, чтобы она была наверху. Положи. Вот, сейчас Михаил остается внизу. А ты полезешь по лестнице, со второй лестницей. Со второй. Длинная, которая около тебя лежит. И он ее сразу зацепит там за эту, и по ней полезет дальше. Так, потихоньку. Вот это вот, осторожно, не ходите вдвоем. Не ходите вдвоем рядом на шифер. Никита пусть лезет и берет эту лестницу за собой. Вот эту. Вот эту вот, которая здесь. Я полезу, ну или лезь.
Никита, 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 тебя забраковали. Стой. Отойди. Ты держи эту лестницу, которая там у них. Упрись, ни сантиметра не давай никуда. Никита, держи крепче. Теперь подай ему эту лестницу. Одной рукой бери. Володя, ты удержишь? Никита, подавай эту лестницу. Большую. А потом он доску положит и перевернет ее. Не-не-не-не. Вперед. Так. Вперед. Володя, держи. Все, отпускай его теперь. Никита, держи лестницу. Лестницу держи. Лестницу ту держи. А эту они утащат потихоньку. Так, держишь? Ты, Володя, сейчас ее забрось туда, засыпись, а потом сдвинешь маленько, залезешь. И... Упрись. Вот сейчас ее переверну и перевернете там, забросьте кверху-то и переверните. И она уцепится. Только перекиньте, Володя, подальше сюда, не там, где доски нету, а где доска есть. Вот так, подавайте. Держи, Володя полезет. Держи, упрись. Все. Так, бери, Володя, накинь ее на эту, где сидишь. Это временно будет. О! Все. Теперь подавать, держи доску. Держи сам лестницу. Он подаст вам доску. Доску подавай, Никита. Вот она, рядом доска. Там конек раскрылся. Ты, Володя, сейчас ее уложишь, а потом прибьешь завтра или когда. На нее сейчас придаешь лестницей. Уж раз пошли, молоток не поместился в кармане. Так. Теперь упрись в лестницу. Михаил спустится и возьмет. Смотри, чтобы лестница не пошла. Так. К Володе туда сейчас подашь ее. Проходи дальше. На слуховое окно залезешь. Не торопись только, чтобы не споткнуться. Никита, ни сантиметра назад. Так, Володя, бери. Накрывай. Проволока вот она медная, которая-то, алюминия, вот она висит. Это не надо, вот эту вот подавай. Держи, лестницу, держи, я подойду. Чё? Володя, подожди, подожди. Чё там у тебя? Не подходит он. Не подходит. Не подходит? Но... Ну ты же мерил даешь. Угол не подходит, угол. Что она? Угол. Ты ее положи, давни ее, она отойдет. Она чуть больше 90 градусов. Положи ее. Просто давни ее, она разойдется. Она на этой, главное, чтобы по длине вошла. Сам не ходи туда.
Держи его там. Вдвоем ее, довоните крепко. Володя, попытайтесь давнуть ее. И она должна разойтись. Там же гвозди просто наклонятся и все. Вот так. Туда не ходи, не ходи. Она споткнется, и ты улетишь. Ну, положи как-нибудь, завтра ты ее сделаешь. Широкую надо, широкую тоже. Чем она не подходит, не знаю. Я не посмотрел, как ты прибил. Ты, наверное, горбом вниз прибил ее. Володя, а? Ты ее горбом вниз прибил? Каким горбом? Ну, там же горбыль был-то как. И надо было вниз плоским прибить. Чуть отвернулся и не той стороной. Угол не тот. Надо было... Вот угол вот такой, а надо было вот такой. Ну, смотрите, что можно сделать-то. У нее еще внизу горбыль? Нет, вот он. Так, Володя, привязывайте вот эту лестницу. Уходите оттуда, больше не надо трогать ничего. Вы не можете сказать, горбыль вниз или как? Ну, сверху, он сверху. Горбыль снаружи. Снаружи? Снаружи. Ну, все тогда, она должна разойтись. Не разойдется. Взять топор, положить сверху вот здесь, поколотить, и она разойдется. Ну, снимай ее оттуда, отдай. Давай. Что на нее там? Отдай ее. Она не идет, что она не идет, не пойму. Снимать, может, не надо, там как-то закрепи ее на этой. Она упадет. Нет. Ладно. Володя, теперь проволоку медную, алюминиевую, привяжите за эту лестницу, которую держит он. Возьми ее, привяжи, больше ничего не надо делать. И маленькую сейчас подадут, там закинь на ту сторону. Сейчас уберем. Проволоку только привязать за нижнюю ступеньку и за верхнюю. Больше ничего не надо делать. Держи. Никита, ты проволоку можешь подать им? Привязывай там за ту. А потом здесь. Никита, не оборвись. Ходи аккуратно поперек. Не наступай на третий там. Все жидко. Сломал. Ну а теперь будет течь на спину. Пошли, доски не взяли. Надо было доску положить, чтобы по доске ходить. Никита, положи эту, пусть пока привяжут они. Положи ее. Лесенку переворачивать. Ну, привязывайте, больше ничего не надо. Что, не хватает? Как же она хватала раньше-то? Я уж сейчас ничего не могу сказать. Не хватало. Какая тут проволока-то у тебя была, Никита? У нас проволоки море. Ну, подними кверху там, зацепи хотя как-то. Можно просто выше поднять и привязать такую. Какая разница? Нет, выше нельзя, она будет висеть тогда. Опускай.
Ну так что проволоку-то держите. Скорее привязал ее верхнюю жестко, а этот как будет? Потом еще, может быть, проволоки взять, другой добавить. Все, сласти. Давай. Вот эту, возьми вот эту вот. Вот эту, перекиньте туда на ту сторону. Там труба тоже, для той трубы. Шифер сломали уже. Около трубы его там кинь, Володя, чтобы недалеко от трубы той. Володя, а если перевернуть ее? Перевернуть ее не лучше будет? Переверни ее. Мы делали это с переворотом ее. Вот, она легла как надо. Все, сласти. Надо сюда большую доску положить, по ней ходить. Сначала разбили шифер, разломили, а теперь... Да, еще говорил же в доску, а пошли даже не вспомнил. Уже моя вина. Володя, слазь, пожалуйста. Не ходите на шифер, он уже лопнул. Слазьте потихоньку. Там надо доски положить. На лестницу не наступайте на нее, она вырвется. Слава тебе, Господи. Одного оставили живым. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слазьте, Никита. Еще надо сделайте. Все на этом. Несите туда. Тебе, Никита, никак нельзя рисковать. Ты еще год не прожил в новом доме. Тебя даже на войну брать нельзя сейчас. Согласно Святой Библии. Чтобы ты насладился. Ну, такой прекрасный закон был. Виноградник насадил, не ел, не идет. Женился с женой, год должен утешать ее. А потом можно идти и воевать. Более умного закона мир не знал. Все. Так оставь ее здесь. Завтра же пойдете опять доделывать. Все на этом, ребята. Благодарю. С Богом.